И вот, наловив летом карася, я его отпустил в речку. Там у меня специальная морда стоит. А по первому льду привез на селигер свои пластиковые бутылки из подсолнечного масла. Я отдельно видео снимал, как хранить живца на селигере. И вот у меня есть карась, есть подставушки, и я решил открыть охоту на налима. Я-то решил, но налим с этим категорически не согласен.